Добрый день. Наше предприятие находится в Белгородской области, в городе Старый Оскол. Теплохимонтаж является многопрофильным холдингом, состоящим из трех частей. То есть это непосредственно сам теплохимонтаж, занимающийся крупным промышленным строительством, возведением дымовых труб, возведением в последнее время еще и мостов, опор мостов. Это предприятие НК, которое занимается производством современных высокоэффективных огнеупорных изделий, бетонных сухих смесей и тому подобному. И непосредственно мы, АО ТХМ «Промпечь». Мы организовались сравнительно недавно, 7 лет назад. Вот. За это время наработали огромный референс-лист поставленного и внедренного оборудования. Это камерные печи с выкатным со стационарным подом, толкательные агрегаты, агрегаты для закалки, для нагрева, подковку и штамповку, автоматизированные закалочные линии, оборудование для термообработки цветных металлов. В последнее время наши интересы начали лежать в области производства оборудования для металлургов. Мы начали работать с такими предприятиями, как НВМК, как Первоуральский новотрубный завод. В принципе, достаточно успешно. Нас знают, узнают, хотят сотрудничать дальше. Вот очень рады, что в этом году выставка все-таки состоялась, пусть небольшая, пусть не в таком формате, как обычно. Ну, я надеюсь, что мы смогли найти новых заказчиков, смогли найти каких-то партнеров по поставке оборудования. Вот совершенно случайно на соседнем стенде мы нашли в наличии жаропрочную смазку, которую не могли найти там достаточно длительное время. Вот они нас выручили, и я надеюсь, мы дальше будем плодотворно и долговременно сотрудничать. В этом году стоит отметить, что людей было меньше, но зато не было, я надеюсь, что не было пустых запросов, что не было праздного любопытства. То есть мы, наверное, десятка-полтора взяли тех заданий, запросов, таких достаточно интересных, достаточно сложных, там, бросающих вызов нашему там, интеллекту. Надеемся, что что-то из них перерастет в договор и что-то из них будет реализовано. Как организатор традиционно будем рады видеть вашу компанию в качестве участников в следующем году. Спасибо. Обязательно будем.